Отлично, вас все еще очень много, и я думаю, все сейчас застыли в очень приятном таком предвкушении, потому что сейчас нас всех ждет вручение, наконец-то, призов и награждение от победителей нашего фестиваля. Я думаю, что нужно представить наших членов жюри как-нибудь коротенечко, да? Или мы прям от слов к музыке? Ты можешь рассказать о себе. Леша Зуйков меня зовут, всем привет. Я блогер, скажи. Да, я снимаю видосики, разговариваю и занимаюсь всякой разной штукой. А начинаем мы с номинации «Танцы». И микрофон я просто так у Маши в руках. Маша, жди. Все, тихо. Здравствуйте. Не буду долго говорить, сразу начнем. Второе место. Второе. Через «О». Награждается. Групповой танец. Эмили! На выдохе. Потому что так быстро растет качество, так быстро.
президент отдельно, поэтому давайте все аплодируем. Сейчас мы награждаем нас оригинал. Так, я не его спросила. Ах ты, Суйков. Итак, сейчас мы награждаем сценки. И это у нас, как вы думаете? Мы. Да. Дальше. Нет. Да? Куда-то далеко унесло. Сейчас время потянем и вручим еще пару спецпризов. Давайте.
И раз уж у меня микрофон в руках, свой личный спецприз от себя хочу вручить Белюше! Сейчас в номинации арт занимает первое место.
Бестия за арт по гентаме. Гентама, Бестия! Победитель номинации арт! Он, кстати, прямо сейчас на экране. Это творение рисунка, который вы можете видеть. Наша жюри была единогласна. Это круто, что век цифрового рисунка, Мне очень нравится, что когда мы начали обниматься, заиграла песня «Вы не трогайте, не трогайте». Сейчас как раз речь пойдет о том самом сюрпризе, вот Петров говорил о том, что каждый из вас принял некоторое участие в создании этой, в создании этого. Насколько оно получилось, хорошо или плохо, давайте посмотрим, попробуем. Давайте еще раз нажимим на сегодня! I'm gonna make it.
аплодисменты всем вам, кто дождался этого момента, кто с нами до самого конца этого сегодняшнего замечательного дня. Петров. Дорогие друзья, мы хотим сказать спасибо всем тем, кто поддерживал нас, всем тем, кто в нас верил, и всем тем, кто к нам сегодня пришел. Наши дорогие участники, наши дорогие зрители, наши дорогие жюри, вы все очень классные. Спасибо вам большое. Это был Греча Фест 2019. Истоки! Возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния.